Доброе летнее грибное утро в Каскеленском ущелье. Арсений нашел шампиньон. Сперва думали один, а оказывается шампиньоны. И вон мой довольный сын. Трофейные шампиньоны нашел. О, какие! Ладошка. А это грибы. И их тут 1 000 000 штук. Надо КамАЗ везти. Как? Клубника отошла, говорите. А в горах самый урожай, самый разгар земляники. Вот, с ладошку грибы. У нас тут много очень. Прям супер поход. Сейчас где-то 7-6 часов утра. Просто очень круто. Вон вам волк машет. Интересный гриб. Свойство как у чистотела. Выламываешь полностью белый гриб и смотрим, наблюдаем, он становится прям оранжевым на глазах, как ржавеет, что ли, соединение с кислородом, прям оранжевым цветом, ярко-оранжевым. Был белый, становится оранжевым. Что это за свойство, дорогие подписчики? Сталкивались с таким? Белый гриб и становится оранжевым цветом. Вот шли с другом грибником. Вон, смотри, вот эти вот. Нашли грибы. Один в одну руку, другой в другую руку. Да, вот этот. Так что если будет дождь, можно укрыться от дождя. Можно укрыться дождем, как будто зонтиком. Офигеть, это грибы. Березы. Там прям березовые рощи. А здесь ельник, елки. Вон там грибник, шампиньоны нашел. Интересные грибы. Их очень много, как опята, продаются в магазине. Только почему-то шероховатые какие-то. Но возле пенька растут, возле дерева. Ай, крапива вокруг. Интересно. В разрезе вот такой вот грибочек. Такой вот гриб. Бархатный. Приятный. Процесс идет. Че я смотрю? Я там не знаю. Я смотрю, мы найдем трофейный. Вон они, молодые два. Ну, два переростка, конечно. Там еще вдали есть, ты что там? Ну, давай, собираем шампиньоны лесные. В лесу не так страшно попасть под дождь. Если ты вдруг попал, можно легко в любой момент найти зонтик и укрыться зонтиком. Скажи, сын. Да, вот, например. Опа, и все, дождь тебе не помеха, чтобы искать дальше грибы. Что нашел? Ну, как это говорят, грибы. Гриб, шампиньон, шпион, поддельный шампиньон, короче. Другими словами. Вот такие вот грибы у нас.
Ну? Давай,